Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусенек, Госдума, Курикс, ОЛТВ, Дэн и Тучка, Кисми Угабуга. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет Сони, который защищает оружие в маленьком лабиринте. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Погнали. Ну что, пацаны, кто не сыт? Давай ты. Он уже идет. Кстати, для того, чтобы к Сонику пройти, есть всего одно место. Видите, оно полосатым желтым отображается. По-другому вы никак не зайдете, не возьмете оружку. Но я хитрый, я спрыгну. Ну ты молодец, конечно. Отлично. А блин, оторвал голову. Внимательно, внимательно, пацаны. О, мимо, все, у нас есть время. Так, оружка, оружка, появляйся. Есть, есть, есть. А сколько у Соника жизни? 5000? Два. 2000. Это первый раунд. Во втором раунде будет 5000. Если до третьего раунда Соник выдержит, то будет у него 10. Так, я видел его тень. Обратите внимание, у нас Гарри Смот с тенями. Вы видели такое когда-то? Вон даже моя тень отображается. Мы сделали сегодня не Гарри Смот, а Unreal Engine 6. Эй! Дэн, ты чего? А он сзади меня был? Он где-то был тут. Он опять появился здесь. Лучите. Портал. Такс. Быстрее, быстрее. Все ружку берем. И в портал и сваливаем, если что. Ого, мочилово. Поехала! Так, будьте внимательны, он может тыпхнуться к нам. А где он? Я не знаю. Я знаю, он хочет меня замочить. Я чувствую, да. Я слышу этот запах неприятный. Да, по-любому. Да, он за мной гонится. Там тяжкое дыхание. Тихо, внимательно, не стреляй, чуть ноги мне не прострелил. Ты что, псих что ли? Вот он! Молодец, смочи его. Бейте, я только что видел его. Так, здесь можно скрыться, кстати. Где он? Блин, я где-то не вижу его. Блин, это где-то он не... бегает. Так, давай сюда. О, сюда пройти не... А, не, он сможет сюда пройти. Вот это они мочат. Блин, я прям чувствую, как он преследует меня. Не знаю почему, меня это ощущение не покидает. А, в портал надо прыгать. Я его обману. Есть. И давайте в другой сразу. Сюда. Так где же он там? Я не вижу. Слышь, ты где? Выходи. Он боится походу нас. Походу понял, что у него мало хп и у этот прячется. Да. Давай выходи, да. Подлый трус. Есть. Где? Убил. Отлично. Первый раунд прошел очень быстро. Раунд номер два начался. Только у Соника 5000 жизней. Так, я спешить не буду. А я... подожду, пока они оружие возьмут. Я не взял. Есть, я тоже беру оружие, пацаны. Теперь он будет сейчас жестко на нас охотиться. Где он? Не знаю. Красного. Блин, а где? А я не взял себе патроны. Не... Надо пулемет взять. Вот, вот что я хочу. Он меня убил. А я его вижу. Ай ты, блин. Он шкерится, все. Значит, у него жизни тоже опять немного. Или он хочет побольше на раз замочить. Вы чем его убиваете так быстро? Ничем. Ну давайте третий раунд, делая ему 10000 жизней. Короче, я использовал снайперку, и при полном зуме она отнимает 400 хп. Да ну это слишком жестко. Третий раунд начался. Сейчас будет еще жестче. Ну, зная наш пацанов, сейчас будет не жестче, сейчас будет еще быстрее. Да-да-да. Быстрее. Фух. Так, тебе надо мне заполучить оружие. Классно, что у него анимация долго срабатывает. В это время можем его мочить только так. Так, ждем, пока появится здесь пулемет мой любимый. Стреляй, стреляй. Да, блин, вот, есть. Во, УЗИшки, вообще это сильно. Я думаю, что он где-то сейчас тут появится. Не знаю, у меня такая чуечка. И где он? Вот он. Вот, я вижу его. А, ты куда? Я знал, что ты очень хороший, Соник. Он от тебя прыгнул, что ли? Мочим его. Давайте, я его задержал. Да ты задержал его своей смертью, это глупо смотрелось. Зря он пошел на поле. А, он стал невидимый. Так, он здесь. О, пацану голову оторвал. Блин, он все-таки наших лупит хорошо. Так, ждем, сейчас будут подниматься. Вот он. На оружие. Так, сколько у него жизни? Не успел увидеть. Хорош, хорош. Замочили? Да. Третий раунд, но он будет сложный для нас. Мы сделали здесь перегородку. Теперь для того, чтобы нам зайти, надо пройти через это узкое место. Третий раунд начался. А я пойду сверху, посмотрю, как пацаны сейчас будут пытаться пробиться. Так, ну что, кто не боится? Ты, давай прыгай. Не-не-не, я сейчас пройду четко. Смотрите, один, два, три. Ага. Давайте подсадки. Есть, блин. Ну, давай сбоку. Нет, не пускает, все-таки места мало. Есть, один проскользнул.
Так, ну теперь один из вас может потихоньку выносить. Надо теперь как-то нам попытаться. Блин. О, молодец, выталкивай его. Ну, ну быстрей, 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 быстрей. Он прыгнул. Ну что, вы прорвали его оборону, не смог. Как бы он ни старался, не может так хорошо играть, как вы. Нет, он за мной бежит, парень. Так, надо взять свою любимую пулеметушку. Где она он здесь? Он за лабиринтом, он за лабиринтом. Где он? Нет. Есть, он миниган мой. Вижу, он возле красного портала был, он к вам бежит, парень. Так. Опа. Он сверху был или снизу? Ой, вот снизу. Он, вот он. Есть, вижу, контакт. Нет, чувак, я перепрыгну, ты так не умеешь. Красиво мы его мочим. Надо его скидывать вниз. Блин, это жесть, как страшно. Так, вот он здесь. Идет. Он в портал зашел, он вверху, значит. Да. И его нету. Блин, где же? Ого, ты брейк лобаешь, неплохо, гусанек. Смотри, как умеет. А ну давай. Красиво. Давите его числом. Так, мне надо в другой портал, в этот. А, блин, я прям к нему вышел, он хотел отойти. Пацан, он ты пыхнулся наверх. Что ты мне сделаешь? Ой-ой-ой, аж брызгает все. Не-не-не, дружище, это так не работает. Прыжок, есть. Прыжок. Надо оружие брать срочно. Блин, он своим пузом уже рядом. Ай, блин, схватил. В этот раз я пойду в красный. Ой. Есть. А где он? А, он... Вот где он. Он за порталом, я не могу его побить. Вот это там выстрелы. Вы его видите? Он тут. Нет. Он не где-то шкерится в лабиринте, пацаны. Где-то он бегает. Да? А, он нету. Прямо у порталов. В смысле? Как вверху? Или внизу? Так, один тут портал. Один здесь. Появился. Слышу где этот где? Звук. Я тоже слышал. Так, и один портал вот. А, вот, вижу. Вижу. Контакт есть. Он застрял, пацаны. Он в ловушке. Давайте, мочите его. Хорош. Отлично. Давай, Дэна, гусанька. Ой, блин, перепутал. Четвертый раунд. У Соника 15 тысяч жизней. Пацаны, вы готовы? Да. Вперед. Погнали. Опа. Банда такая бежит. Он стоит. Так, пацаны, а теперь я буду рисковать собой. Дима, давай подсажу тебя. Ой-ой-ой, жестко мочит. Давай, уга-буга. Давай. Очень опасно. Ай-яй-яй, еще одному. Есть, по голове, красавчик. Блин, тебе надо было сразу заднего мочить, что ты делаешь? Давай, выталкивай его. Блин, ты чуть по голове мне плеснул электричеством. Ой. Так, ждем оружку. Все, разбегаемся по карте. Он за лабиринтом сейчас. Так, это ты его мочишь? Вижу. А. Так, он идет. Все, мы его в свою будку загнали. А теперь просто стреляем, не выпускаем его, пусть там сидит. А, так он будет. А, он уже тут? Ой, ухо. Пропал. А, нет, вот он. Просто он пропал. О, вижу. Кто там его мочит? Насыпаем нормально, уже 10 тысяч хп осталось. Этот лабиринт очень сложный, он только для нас классный. У Соника только есть одно место, где можно подняться, других мест нету. Но он невидимку использует неправильно. Так, давайте гоним его, сейчас он тут будет проходить. Я уже знаю его методы, куда он уходит. Одно место для прохода. Ну давай, где ты? Где же он реально? Он невидимым стал. Пацаны, ждите, он сейчас где-то появится резко. Только чек. Да. Я знаю, что надо сделать. Где же он? Давайте тпхаемся все наверх, будем сверху мочить. О, давай. Да? Да. Если что, мы просто вниз прыгнем все. Где он? Меня бросили. Вижу. Где? Так я же сказал, иди к нам, там три портала, ты чего? Меня бросили. А электричество доходит до него? Да. А, я вижу, да. Нет, не доходит. Не, с высока нет, а если снизу доходит. Так, хочу попринимать участие. Ладно, иду в логово. Есть, скинули. Где-где-где, вот он бежит. Опять мы это сделали. Так, он сейчас тут в портал зайдет, ждем. Слышь, ты. Нет, он не успел в портал зайти, просто не вести. Так, я опять иду наверх. Отлично.
Так, ждем. Если что, резко надо спрыгивать. Мне кажется, он сзади меня появится. Такое у меня чуечка есть. Ого, ты круто. Вот я его тень видел! Где он? Я прямо... Сынка убил. А! Нет, свали! Вот он бежит. О, портал зашел. Ого, он прыгнул. Так, есть, пока встанет, я его успею замочить. Я догоняю его. Есть. Ой, хорош. О, я... Ура. Спасибо. О, замочили? Да. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.